25 октября в Казанском федеральном университете открылась межрегиональная конференция студенческих инициатив по финансовой грамотности. Форум проходит на базе Института управления экономики и финансов КФУ. Участие в событии примут студенты из 8 субъектов Приволжского федерального округа, преподаватели вузов, федеральные эксперты и представители органов власти и управления Республики Татарстан. Сегодня в рамках нашей конференции предстоит обсудить нам с вами одну не менее важную тему. Это тема повышения финансовой грамотности. Сегодня, я думаю, что это касается не только тех, кто изучает и обучается на финансовых специальностях, на экономических. Это именно касается тех, каждого человека, каждого лично и каждого гражданина. Главной задачей конференции является формирование основ финансовой грамотности. Также она нацелена на улучшение навыков безопасного финансового поведения, обмен опытом и лучшими практиками. Наша с вами задача в том, чтобы научиться самим, научить свое окружение и научить тех, кто рядом с вами, друзей, семью, правильно распоряжаться теми финансами, которые находятся в ваших руках. На мероприятии будет вестись работа по нескольким секциям. Финансовый план семьи, как быть обеспеченным человеком, защитить себя и свою семью, все о страховании, налоги, заплатить и не разориться и другие. В рамках нашей секции предпринимательства мы как раз и будем обсуждать данный вопрос вместе с вами. Будем затрагивать важную тематику молодежного предпринимательства, будем рассказывать о тех важных проблемах и актуальных вопросах, которые касаются как раз-таки молодежного предпринимательства. 26 октября состоится практический мастер-класс «Торговые терминалы и финансовые инструменты. Как сегодня работает фондовый рынок». А также открытые лекции «Карьера финансовой отрасли. Практические советы» и «Блокчейн. Новая нефть России». Помимо этого, участников конференции ждет семинар по проектному менеджменту. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.